Добрый день, меня зовут Мария Банахевич, я проживаю в Беларуси, я художник-любитель, я пишу картины, делаю украшения ручной работы, также я немного реставрирую мебель, могу расписать мебель. Рисовать я начала не так давно, я стала посещать студии изобразительного искусства, я посещаю выставки и участвую в выставках. Вашему вниманию хочу представить три свои работы. Две, написанные лично мной и придуманные мной, и одна, срисованная с фотографии. Спасибо за внимание, приятного вам просмотра. Первая моя работа, которую я хочу вам представить, называется «Трамвай земли обетованной». Ее размер 55 на 48 сантиметров. Она написана акриловыми красками на холсте, написана мастихином, холст на подрамнике. На картине изображен символический деревянный осел. Но у каждого народа свои ассоциации с этим животным. Для одних это неотъемлемый спутник и друг, сопровождающий в дальние миры. Для других это мудрость, а кому-то и глупость, каждому свое. Но деревянный осел в пустыне, как для меня, так мне кажется, это поиск дома, жизни, мудрости, упрямое и тяжелое стремление к цели, к жизни. И немного детально я покажу вам эту интересную картину. Придумывала я ее сама, ниоткуда не срисовывала. Всегда очень нравятся символические значения, символическое значение животных. Но это очень яркая картина. Мне очень понравилось ее писать. Писала ее для определенной выставки.